В Шелиховском районе на несколько часов было блокировано движение транспорта по федеральной трассе Байкал. Утром недалеко от поселка Глубокое перевернулся большегруз. Фура везла рыбу из Хабаровска в Ангарск. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением и перевернулся, тем самым полностью перекрыв движение. На место аварии были направлены несколько экипажей ДПС. Из-за сложившейся ситуации образовались большие пробки.